Мне исполнилось 10 лет, и мама купила на рынке старый немецкий фотоаппарат, который принесла домой и сказала: вот, сынок, иди тебе кружок. Мне исполнилось 10 лет, и мама купила на рынке старый немецкий фотоаппарат, который принесла домой и сказала: сынок, иди тебе кружок. Я всегда себе задавал вопрос, кто я, Владимир Нафь? И только начавший себя снимать, я вдруг понял, что автопортрет – это чудесный инструмент для того, для раскрытия и для ответа на этот вопрос, кто ты есть на самом деле. Кто я? Кто я, Владимир Нафь? Кто я? Кто я, Владимир Нафь? Кто я? Кто я, Владимир Нафь? Кто я?